Друзья мои, добро пожаловать. Это The Walking Dead Мишон, и мы продолжаем страдать. Черт, что это было? Какого хера? Какого черта? Норма, пожалуйста, это не работает. Ты не добьешься результатов таким путем. Какого хрена ты это делаешь? Он прав, Рэндалл. Но это уже слишком. Всегда так как. Людям нужна твердая рука. Добротой дисциплины не построить. Ум не значит доброту, Рэндалл. Так, как ты хочешь, мы не получим желаемого. Мы с Закари разберемся. Иди вниз и приведи второго типа. О боже. Вы просто два чертовых лгуна. Этот мир вгоняет меня в гребаную депрессию. Закари, на пару слов. Твою мать. Да, друзья, дерьмо, конечно, то еще. Ты в порядке? Ты как думаешь? Они с нами закончили? Они будут настаивать, пока не добьются своего. Или они нас убьют. Я догадался. Я просто надеялся, что ты скажешь мне что-нибудь другое. Поверить не могу, я опасался. Правда, если бы меня сейчас увидели младшие братья... Я никогда в жизни этого не делал. Никогда. Никогда так не боялся. Я не такой. Я не собираюсь никому рассказывать о том, что ты тут делаешь. Да, потому что ты не сможешь. Я знал о гнильцах. В смысле, я сражался с ними, убивал их. Это плохо. Но люди... Люди намного хуже, правда? Я не знал, что все так плохо. Они знают, что делают. Люди, ходячие, разницы никакой. Ты хочешь жить? Доверяй себе и больше никому. Звучит очень ободряюще. Не знаю. Все это, я говорю так о людях, но... Люди, семья, они единственная причина, чтобы жить. Что, если у тебя даже этого не будет? Они остались. Мои дочери. Я не знала. Ты лжешь себе, чтобы выжить. Что ж, продолжай. Но если ты остановишься... Мишон! Что они сделали с тобой? Просто задали вопросы. Сэм? Я ее не видел. Черт, как в это играть? Да, Мишон, как в это играть? Я вытащу нас отсюда. Я просто не смогу дождаться, когда увижу это. Разберись. Вперед. Закари? У меня есть лишь несколько вопросов. Твою мать. Ох, ребята, жопа какая. Да, игра, конечно, ставит тебя просто раком и больше никак. Но это круто. Прикол весь в том, что у каждого, кто проходит, вы проходите, вы кого-то еще смотрите на каналах, каждый выбирает какие-то свои варианты ответов. И смотреть ходячих всегда интересно. Ложь. Нам дали достижение в Стиме. Я знаю, что делать дальше. Какого дьявола? Йонас! Потерял терпение, которое тебе так необходимо? Нет, ты не можешь так ворваться сюда, Йонас! Не все здесь живут в нищете, а у Йонаса и Закари одни из самых лучших кают на корабле. Хороший доктор заслуживает этого. Черт, он так много работает. А что ты делаешь, Закари, кроме того, что трахаешь Йонаса? Так, провоцируем, ты собираешься терпеть это, Закари? Что, Закари, смолчишь, да?
Провоцируем их. Не лезь в это. Только посмотрите, характер хочет показать. Слушай, тут не собирался сделать? Нет, я не собираюсь заниматься этим дерьмом. Твоя гребаная бесполезность заканчивается сейчас. Время отрабатывать свое жилище нахер. Вот, продолжай. Заставь их говорить. Так-с, хреново. Где остальные припасы? Сумки с амуницией? Не стоит держать палец на спусковом крючке. Не надо говорить мне, как держать гребаную пушку. Если Рэндалл мудак, это не значит, что тебе нужно быть таким же. Эй, ты собираешься терпеть это, Закари? Я не такой, как он. Докажи. По-моему, она тебя всерьез не воспринимает, чувак. Быстро! Мне нужно место сейчас же. Вот так. Осторожно, не подходи к ней слишком близко. Просто сделай глубокий вдох, хорошо? Поговори с нами. Я успокоюсь, если ты успокоишься. Эй, кто здесь главный? Ты или она? А? Хочешь ответов? Спрашивай меня. Воу, хрена себе. Хватит, хватит, не двигаться. Не двигайтесь. Грег, don't. Дай Сэм покоя. Get it together, Zachary. Tell Randall. Скажи, чтобы Рэндалл ушел. Тогда мы скажем все, что вы хотите знать. Идет? Последний шанс, Закари. Блядь, делай что-нибудь. Стоп! О, черт возьми, Закари! Ты же палку перегнул, что ли? Наружу быстро! Ёпты налево. Охренеть. Нет, 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 Грег. Сэм. Я не могу, нам нужно выбраться отсюда. Мы должны помочь ему. О, боже. Грег, положить его. Он умирает. Не могу достать. Что у нас? Перерезать наручи, давай. Быстро, быстро, давай, давай. Давай, 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 детка моя, ну же. Готово. Так-с. Грег! Надо его положить срочно. Я найду что-нибудь, чтобы остановить его. Все будет хорошо, Грег. Мне так не кажется. Не говори так, пожалуйста. Так, что у нас там есть? Рубашку подобрать, давай. Надо же перевязать рану. Использовать рубашку. Где мышка? О. Давай. Пулю нам не вынуть. Держись, Грег. Давай, не умирай, пожалуйста. Я тебя прошу, не умирай. Подумай об Алексе. Ты же его герой. Что он будет делать без тебя? Не очень хороший герой. Нет, ты такой, Грег. Пожалуйста, держись. Не, он умрет. Пулю, если не вынуть, то он умирает, все. Задеты внутренние органы, внутреннее кровоизлияние. И все. Покойся с миром, брат. В первом эпизоде сразу смерть. Он обратится, Сэм. Это происходит быстро. У нас мало времени. О, боже. Мне понадобится твоя помощь. Я не могу. Я не могу. Еще секундочку, пожалуйста. Пожалуйста. Не сейчас. Пожалуйста. Нам нужно об этом позаботиться, Сэм. Закончить это. Я не могу. Мне просто нужно больше времени. Твою мать. Воу-воу-воу. Грег, пожалуйста, стоп. Стоять. У него руки связаны. Грег. Труба, отвертка. Держи его. Прости меня, Грег, пожалуйста. Прощай, Грег. Еще раз? О, господи. Еще раз, что ли? Так.
Это уже, видимо, окончательно. Какого хера? На, сука! Волыну бери! Волыну бери быстро! Твою мать. Она его убьет. Она может его убить. Она это сделает. Что с ним случилось? Ты, блядь, застрелил его. Я не хотел. Думаешь, это важно? Ты убил его. Это была случайность. Я клянусь, я не хотел. Давай его выслушаем. Это было не случайно. Нам нужно его выслушать. Зачем он убийца? Пожалуйста. Из этой комнаты не выйдет этот сукин сын. Охренеть. Что, позволить Сэм его убить, остановить? Убить или остановить? Убить или остановить? Давайте остановим его. Он может быть нашим шансом на спасение. Тихо, 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 не надо. Не надо, нет, 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 не надо, не надо, не надо. Положи пистолет. Отлично. Плохая, блядь, затея. Хотя, подожди, мы его спасли, может быть, он образумится немножко. Что-то происходит снаружи. Что-то, ребята, происходит. Ёпта. Если это конец, это самый охрененный конец, который только можно придумать первому эпизоду. Мне кажется, что должно быть еще немножко. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте нам еще ходячих. Это не может быть конец. Там что-то наверху произошло. И мы не знаем, что будет дальше. В следующей серии. Ходячий Мишон. У всех есть свои демоны, детка. Мне довелось разных видеть. А ты? Ты не как все. В клетке, из которой тебе не терпится выбраться. Я вижу по глазам. Ты убийца. Не, на такое ты способна. Ты не знаешь, на что я способна. Фу, ни хрена себе, друзья мои. О, боль какая. Это было очень круто. Это было охренительно офигенно, я вам скажу. Называйте как хотите, но мы обязаны с вами проходить это дальше. Вы пытались остановить это. Угу. Как вы вошли на заброшенный паром, 32% игроков выбрали... Ну, видите, мы самый такой нечастый вариант выбирали. Вы подстерегли Рэндалла в кладовой. Ага, вы выдали Грега Норме. Вы позволили Сэм выследить Закари. Продолжите. Ух, первый эпизод на большой глубине у нас пройден, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх. И, конечно же, мы будем ждать с вами продолжения. Обязательно проходить, когда оно появится в продаже. Увидимся, услышимся. Пока-пока.